Непонятно, была такая ярчайшая вспышка и исчезла. И вот туда дальше. Ой. Охренеть. Где-то упал. Слышишь? Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид. Выходи назад, да. Это звуковая волна, астероид. Реально. Сегодня какой-то астероид должен быть опасный. Я сейчас подойду, подожди. Ебать! Волошь, накрыло! Что за хуйня? Да волошь, накрыло, смотри! Ебать! Все за мировая война, нахуй. Да ты смотри, там все бух. Вообще. Какой он, да? Так это нигде не видно же было. Что? Ну, да смотри, стекла все повыбивало. Все равно волной уебало. Выдавило. Да что-то, блядь. Так волной-то куда? Взорвалось, блядь. Так вот, смотри. Слышишь, грохот, блядь? Охуеть. Потому что так не сделал, и сейчас тут чуть-чуть. Рюка метку, там прям вижу. Нет, ну, там нету ракету, может. Ну, там что-то светилось, может, так ярко светило вначале. Автомат снимать. Что, китайцы? Меня заводит. Я забор надо помогать. Смотрите, что случилось? Какой-то пролетело что-то, потом как даванулось это по ушам, и все здесь. Пролетело, и вот сейчас...